кто-то спросил, уже не помню кто, как развить скорость или реакцию прямого удара кулаком. Ну как развить? Чтобы нормально, хорошо бить, причем быстро. Для этого нужно в первую очередь иметь крепкие трицепсы. Бицепс – это мышца-сгибатель, трицепс – мышца-разгибатель. И чем сильнее у вас развиты эти мышцы, тем быстрее вы можете и мощнее нанести удар. Можно также сделать и мягкий, медленный удар, но он будет сильным, тяжелым, толчковым. А можно нанести обычный, быстрый удар, прямой удар, и он тоже принесет свой эффект. Как добиться такого удара, я сейчас вам покажу. Вернее, как развить в себе силу такого удара. Существует одно очень хорошее упражнение для развития и укрепления мышц-разгибателей. Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы развить крепкие трицепсы, научиться быстро бить удар кулаком, существует простое упражнение отжимания с хлопком. Кто-то может сказать, что оно неэффективное или не настолько мощное упражнение, но выполняя такое упражнение всего-навсего хотя бы по два подхода в день, в каждом подходе 10-15 повторений, через месяц буквально вы заметите тот эффект от своего прямого удара кулаком и сравните его с тем, который был у вас в начале и с тем, который у вас есть сегодня. Вот это вот обычное упражнение. Обычная позиция и начинаем. Вот это вот упражнение, оно, как я говорил в начале, повторюсь еще раз, очень хорошо развивает трицепс, укрепляет трицепс и, естественно, помогает развить скорость реакции ваших рук. Вот и все.